Шлонге. Глинная передача вперед. Начинал свою карьеру в Локомотиве, и в свое время о нем серьезно говорили как о будущем российской сборной. Но затем как-то под откос пошла его карьера, и вот сейчас в какой-то мере в Арсенале есть шанс на ее реанимацию. Да не все потеряно, всего 25 лет максимум. Это еще не возраст для центрального защитника. Для центрального защитника это даже не рассвет. Да. Пришел он в ту лишь в феврале этого года. Через два дня, фактически, после того, как команду возглавил Сергей Павлов. Смолов, но опасный Смолов. Момент. И 1-0! Наконец-то! Наконец-то, потому что преимущество гигантское Краснодара было на первых минутах. И вот здорово вступили в отбор. Там Марат Измайлов, по-моему, с Перерой на двоих отобрали этот мяч. Ари мгновенно сориентировался и выдал достаточно простой, но эффективный пас на ход Федору Смолову. А тот, удачно открывшись, избежал офсайдной ловушки, вышел один на один с вратарем и четко пробил под Романом Герусом. 1-0, 12-я минута. Вы слышали, как трибуны приветствуют этот гол. Часто называется кандидатом в сборную Англии. Но как-то у него пока не получается. Крицук с мячом. Далеко выбивает мяч. Ари в борьбе с защитником скидывает Адилу Ахмедову. Ахмедов сразу на Смолова. Смолов принимает мяч. Бьет поворотом. 2-0! Но это то, что Федор умеет делать. Вот такие удары с носка. Вроде бы и не очень удобно, но пробил так, что отчаянный прыжок Романа Геруса не помог голкиперу Арсенала. 2-0, 38-я минута. И вот Краснодар тоже показал, что умеет контратаковать. Первый мяч после быстрого перехвата, а второе — стремительная контратака через все поле, которую начал Станислав Крицюк, ну а дальше продолжили Ахмедов, Ари. И Федор Смолов завершил второй мяч нашего топ-бомбардира и вторая голевая передача Ари. Второй момент, вторая реализация, второй гол. Здорово. Ну вот отличное место для Федора Смолова. Именно на этом... Но на этой позиции центрального нападающего. Ари технично пяткой передадила Махмедову свободное пространство. Он уже в штрафной. Передача на Ари. Удар. 3-0. Ну вот Ари делает своеобразный хэт-трик. Две голевых передачи и точный удар. Какая же классная контратака. Очень Ари здорово. Сам отобрал мяч. Сам ее развил. И сам завершил. Но это его гол, безусловно. 44-я минута. 3-0. Образцово-показательная атака. Правым флангом прошла у Краснодара. Ари отработал в защите. Выцарапал мяч. Ну, отметим, что все началось с Газинского. С его неточной передачи. Неплохо. Вандерсон. Прострел. Быстров. Пяткой. О-о-о. Какой красивый же гол забивают краснодарцы. Как Быстров с Вандерсоном сейчас разобрались со всей обороной Туликов. Те стелились в подкатах, пытались что-то противодействовать, но вот этому последнему пасу пяткой ничего не смогли противопоставить. И Вандерсон, уже даже по сути голкипер был отыгран, Вандерсон забивал мяч в пустые ворота. И догнал таки Федора Смолова. Красивый гол. Красивейший за сегодня. Сегодня все голы Краснодара очень красивые. Угадал я с заменой. Рыжков выходит вместо Власова. Забавный сейчас момент был. Рыжков, выходя, получил повязку от Власова. Спросил у главного тренера, кому передать эту повязку. И тот ответил, оставь себе.